Все пальцы завитковым типом узора, причем завитки ну, более круглые. Когда завиток он круглый, это проще диагностировать то, что у тебя больше интеллектуальный склад характера. Каждая мелочь в помощь следствию, а потому сбор улик на месте преступления – процесс долгий и кропотливый. Важно все, даже узор на пальцах потенциальных преступников. Классифицируя эти узоры, определяя совокупность, можно с какой-то степенью вероятностью определить, какого склада характера человек. Ну, преступник это или какое-то лицо. Это поможет в расследовании. Познакомиться с работой полиции смогли студенты Российской международной академии туризма в рамках всероссийской акции «Студенческий десант». Она проходит уже не первый год и переурочена ко дню студента. Ребят знакомят с деятельностью подразделений полиции и рассказывают о буднях стражей порядка. Сегодня перед студентами выступили наши эксперты-криминалисты, которые рассказали о том, чем занимается эксперт-криминалист на месте происшествия, каким образом отбираются следы с места происшествия и произвел процедуру дактилоскопирования. Также перед ребятами выступила сотрудница Следственного комитета, произвела разборку и сборку пистолета Макарова и напомнила, ношение формы еще больше увеличивает ответственность. Студенты активно задавали вопросы сотрудникам. Позже признались, такие экскурсии необходимы вне зависимости от выбора будущей специальности. Мне кажется, мне как лично, как для гражданина, потом будет это полезно узнать, чтобы знать свои права. Представители МВД уверены, кто-то из этих ребят обязательно выберет профессию следователя или эксперта полиции. Ведь такое погружение позволяет узнать намного больше интересного о работе в органах.